20 лет назад я очутился в лифте, исписанном откуда сверху или снизу катится лифт эскизами. Где-то этажи мелькает щель, или в дверь, или стоп. Выход ли это вообще? На плече синяки. Бесполезно биться там, куда важней обозначить главным свои принципы. Хочу доехать до своей площадки стоя. Строим новые пролеты, но чего они стоят, когда в этом доме миллионы этажей. Кто-то верит в лифтера, кто-то в его атташе. А я верю в то, что если очень сильно топать, можно дать тока красной кнопки стопа. А вокруг люди, город, жизнь наша. Поверь, мы еще такую заварим тут кашу. Сегодня так, а завтра все наоборот. Когда какой-нибудь мудак локтем задевает стоп. Из века век лифт набирает бег. Добрые глаза лифтера из-под уставших век. И свой этаж, да, выбирает каждый. Но люди сходят и заходят, а лифт ползет дальше. Из века век лифт набирает бег. Добрые глаза лифтера из-под уставших век. И свой этаж, да, выбирает каждый. Но люди сходят и заходят, а лифт ползет дальше. Осторожно, двери закрываются. Поехали, канаты поднимают вверх меня с грохотом и помехами. Сын своего отца, но не простой пацан там. Удар стряс, я застрял прямо перед двадцатым. И в темном не найду клавишу вызова. Лифтер, поговорите вы со мной. Я дальше ехал, как же вызволить меня? И слишком высоко, чтобы спускаться вниз мне. Забудь о высадке, это всего лишь мысли. Помогите! Никто не даст руки тебе, беги теперь на месте. К новому событию в панике, да еще клавиши давишь ты в темноте. Где кнопка вызова, сука? Ее тут нет, тесно стало в лифте. Один остался, все вышли, лишний. Лифтер тут для тебя словно всевышний. Кто-нибудь слышит меня, вы можете ответ дать? Не избежать того, что суждено тебе отведать. Из века век лифт набирает бег. Добрые глаза лифтера из-под уставших век. И свой этаж, да, выбирает каждый. Но люди сходят и заходят, а лифт ползет дальше. Из века век лифт набирает бег. Добрые глаза лифтера из-под уставших век. И свой этаж, да, выбирает каждый. Но люди сходят и заходят, а лифт ползет дальше.